Мипланцы, привет! Расскажу вам правила игры Set. Что у нас в коробке? Правила. И давайте обратим внимание, что сзади у нас, внизу, 1988 год. Ух, все права защищены. Игра очень старая, но до сих пор продается. А это значит то, что она действительно классная. И доказала уже временем. Здесь видите буквально 4 листа объяснения правил. Мы быстро довольно с вами освоим. Берем все карточки. Здесь видите, в игре только карточки. Собираем коробку, перемешиваем хорошо. Сейчас мы будем изучать правила в процессе одной партии. Мы берем карточки и раскладываем их на столе 3 на 4, то есть 12 карточек. И рядом кладем оставшуюся колоду. Есть несколько признаков отличающихся. Их всего 4. Первый признак – это цвет. Вы видите, что у нас есть красный, зеленый и фиолетовый. Всего 3 цвета. Второй признак – это количество у нас элементов. 1, 2 и 3, может быть. Третий признак – это заполняемость. Да, есть как пустые полностью, видите, белые. Полностью заполненные цветом и такие штрихованные. Последний признак – это форма. У нас есть ромб, у нас есть волна и у нас есть овал. Мы выбираем 3 карты из этих 12, которые могут составить сет. В этом наборе все 3 карточки должны иметь вот эти вот 4 признака, которые мы перечислили, или одинаковыми, или абсолютно разными. То есть должны быть, например, одинаковые цвета, но разные формы. Одинаковое количество, но разная заполняемость. Давайте посмотрим, что здесь может являться сетом. Смотрите, мы берем, например, 3 карточки. Вот я нашел. Давайте проверим, являются ли эти 3 карточки сетом. Ну, во-первых, у них цвет разный. Зеленый, красный, фиолетовый. Во-вторых, у них формы все разные. Ромб, волна и овал. Третье, у них количество разное. 1, 2 и 3. И четвертое, заполняемость. То есть они закрашены, видите, все одинаково. Значит, это является сетом. Как только вы нашли сет, вы говорите сет. Берете 3 карточки в руку, и остальные проверяют. Как только они согласны, они говорят, да, хорошо, это сет. Вы берете эти 3 карточки себе на руку. И сразу же тот человек, который нашел этот сет, выкладывает 3 карточки. Если вы ошиблись, взяли другие случайные карточки, которые не соответствуют, по какому-то признаку на 2 из них совпадает, а на 3-м другой признак, тогда вы возвращаете эти карточки обратно на стол. И если вы уже скопили какие-то наборы сетов, то один из наборов сетов вы должны вернуть в сброс. Не сюда вот, а в сброс именно. Давайте еще вместе поищем. У нас количество одинаковое, то есть 1-1-1. Цвет разный, форма разная и закрашиваемость одинаковая. То есть смотрите, 3 признака или должны совпадать на всех 3 картах, или они должны отличаться на всех 3 картах. Я собрал сет, крикнул сет, остановил игру, все проверили, сказали да, я выкладываю новых 3. И так мы делаем, пока у нас не закончится вся колода. В колоде у нас всего 81 карта. Бывают ситуации, когда мы выложили карты на стол, ни один из участников не может найти сет. Такое бывает, говорят, что такое может быть в 3% буквально игры. Если все согласны с тем, что нету сета, тогда они говорят, давайте еще 3 карты, давайте еще 3 карты, и выкладывают еще 3 карты. Если среди 15 опять же нету, значит вы выкладываете и еще 3 карты. Каждый сет собранный нам дает по одному победному очку. Партия длится примерно 20 минут. Игра очень простая в правилах. Чтобы проверить, понял ли ты правильно правила, я сделал подборку 9 сетов. Сколько из них верных сетов? Дам тебе 5 секунд, можешь поставить паузу, чтобы подумать подольше. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, давай посмотрим вместе. Здесь у нас, смотри, 2 карточки одинаковых элементов, эллипсов, а третья с ромбиками. Значит, это не сет. Убираем его. Не сет. 2 зеленых, здесь 2 красных. Здесь, смотри, это не сет, потому что 2 волны, а третья ромб. Убираем. Это у нас тоже не является сетом, потому что 2 из них, смотри, закрашены полностью, один из них заштрихован. То есть его тоже убираем. Все остальное является сетами. Давай убедимся в этом. Здесь, смотри, 3 элемента, все из них эллипсы. Остальные признаки у них и закрашенность, и цвета разные. Здесь у нас одинаковое количество элементов и одинаковый элемент, ромб. Закрашены они одинаково, то есть заштрихованы все 3 карточки. Единственное, чем отличаются, цвета. Все разное. Я подобрал такой сет. 1, 2, 3. Разные формы, по-разному закрашены. А здесь у нас, смотри, одинаковый цвет, при этом 1, 2, 3. Разное количество, разные элементы и по-разному закрашены. Такой тоже может быть сет. Если ты правильно угадал, ставь лайк этому видео. Если неправильно, то приходи к нам тренироваться в клуб. Все встречи у нас в закрепленном посте нашей группы. Будем тренироваться вместе. Еще в игре есть вот такие 3 пустые карточки. Если вы потеряли какую-либо из существующих карточек, можете сюда нарисовать сет. Классная игра. Она подходит и взрослым, и детям. Можно играть даже 8-ром.